Press start to begin. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Меха. Сегодня мы продолжаем. В смысле? Продолжаем играть в Дельтаруну, я хотел сказать. А тут что, ничего не сохранилось? Подожди-ка. А знаете, в чем все говно, друзья? А потому что я не дошел до сохранения. Помните, в прошлой серии мы сохранение было близко, но я не сохранился. О! Но там мы, в принципе, толком-то ничего не прошли. Сейчас я быстро все понатыкаю, ентер-ентер, и мы продолжим. Так, окей. И вот мы сейчас падаем. What? What the fuck? Пол, он. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Друзья, почему вы такие медленные, а? Я бы быстрее вот так оббежал от пола, и все было бы норм. Или там весь пол. Да, наверное, весь, не только там, где бумага. Ладно. Лежим, отдыхаем себе. Да зачем встал? Давай отдыхаем. Короче, смотрите, где сохранение. Крутые звуки. Такие прям... прям тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так, вот сохранение. Порой вы видите, как он мерцает. Свет, что видите лишь вы. По привычке вы тянетесь к нему и... Сохранить. Вернуться. Сохранить. Файл сохранен. Ли Михаил. Вопросительные знаки. Это, наверное, вот это мой ник, а это имя персонажа. Файл сохранен. Ну, я даже боюсь, ребятки. Вдруг я сейчас далеко дойду, а вот так раз и не сохранится. Ну, окей, давайте идем дальше. Да. Ты по голове. Ты прям поголубел. Но если ты голубой, тебе, наверное, яйки интересны, да? Во, видишь, болтаются. Крис теперь голубой у нас, друзья. Кто не знает, то голубой это значит гей. Окей. Давайте мы не будем. Чё это там за срань пролетела? Извращаться, пойдемте дальше. Глаза. Яйца опять. Там тоже что-то. О, скатываемся. Йоу, чё как? Я нормально. А ты как? Вниз пойдем, чё будет. А ничего, кажется. Подожди, а что вот там вот такое? Бледное что-то. Бледное там что-то? Это случайно не сохранение? Спряталось от меня в пещере. Ну ладно, поблизости должно быть еще одно. Ой, блин! Нифига себе. Окей, я уже несколько хп потерял. Ваше тело купается в свете. Сила сияет внутри вас, прорываясь сквозь тьму. Боль, которую вы испытываете, улетучилась. Оз полностью восстановленная. Меха сохранить, вернуться. Сохранить. Голова ломка с глазами. Файл сохранен. Головоломка с глазами? What? What the fuck? В этих краях лишь ослепленные тьмой глаза могут видеть пусть. А, путь.
Ну так вы видите путь, друзья-то мои? Подождите, давайте попробуем сначала скопировать вот из первого. Вот. А, не, подожди. Из второго. Из третьего. Не-не, подожди. Вот так. Ой, я нажимаю Ctrl, и у меня вот это вот есть все. Опа! Все глаза загорелись черным, и все, путь прошел. В принципе, пока не сложно. Только давайте еще раз сохранимся. А куда Сьюзи-то пропала? Да-да. Файл сохранем. А теперь попробуем вот как сделать. Сейчас. Escape. Выходим и заходим снова. Окей, там есть слоты. И, в принципе, продолжаем. Все, можно все, я все сохранилась. А я-то уже думал, то, что я раньше скачивал, просто какая-то, вот даже как-то части даже подписываются. То, что я раньше скачивал, я думал, это какая-то тупая версия. Но, в принципе, я ее закинул в корзину, то, что там не сохранилось. А вот это тут у меня. И давайте идем дальше. Так, с горочки катаемся. Ты кто такой? Я тебя не звал. Ты кто? Ну, может, мне какая-нибудь... Опа-на. Чего там такое? Что там такое? Тут что-то черное было. Ну, я, в принципе, вот это все разбиваю. А, вот тут вообще не пройти. Это все надо нажимать Enter. Здрасте. Эй, отвали. Подаешь ближе, и я... Вот такая вот реакция баб на голубых мужиков. Как Крис? Фух. Эй, не пугай меня так. Тупица. Да какая тупица. Ты сама тупица, блин. Меня испугала полностью. Абсолютно. Вот она не сильно изменилась. У нас как-то... Мы снова в мир монстров попали, да? Если только... Ты не хочешь, чтобы тебе по лицу заехали, хех. Ну да ладно, хватит дурака валять. Нам нужно найти выход отсюда. Надо бы... вот только отсюда, это куда? А хрен его знает. Неважно, из-за тебя вот здесь. Тебе нас отсюда не вытаскивать. Из-за меня мы здесь? То есть не вытаскивать, а и вытаскивать. А из-за меня-то что? Я мел, что ли, украл? Ау. Рука что-то чуть-чуть как-то болит. Веди нас, Крис. Ну, пошли. Я предлагаю идти дальше. Боже мой, забей. Ты идешь слишком медленно. Ну, нифига себе. Когда ты договорила, то что я быстро иду. Вот какие-то камни валяются. Я хочу попаркурить. Дайте мне паркурить. Пробел? Нелп. Так, на Ctrl у нас инвентарь. Эй, Крис, там наверху нам кто-то мешает. Как думаешь... Чего ему надо? Ай! Беги, Крис! Нифига себе! Битва с местным Сансом начинается! Да, ребята, это местный Санс! Ау! Сейчас меня тут всего и забьют этими знаками. Этими картами.
Помогите! Дождик ядовитый! Побежала, блин. А ее причем эти не бьют совсем. Только меня, бедного. Крис, давай вниз. Да я бы с радостью. Вниз. Ау! Нифига себе! Ай, ой! Ай! Ай, то есть надо то, чтобы только в сердечко не попали. А во все остальное посрать. Тут будет сохранение? Короче, ребят, это был новый Санс. Ланчер или как там его? О, тебя не убили. Мило. А ты тоже так, да? Не знаешь, что это? Черт возьми за место. Я тоже. Может, кто-то есть в том здании наверху? Эй, а меня? Ты со мной? Может, это заброшенный парк развлечений? Стоп, а где тогда аттракционы? Может, его потому и забросили, что их не было? А может быть, их просто убрали потом? Сохранение. Перед вами пустой город. В его недрах виднеется замок. Из него извергается черный гейзер, пронзая своим бесконечным потоком небеса. Сила этого места сияет внутри вас. Головоломка с глазами. Сохранить. Замковый город. Файл сохранен. 27. Да ну, сейчас время 27. Сейчас я посмотрю на планшете. Такого времени вообще не бывает. Сейчас всего 18:28. А что это значит? Это игровое какое-то время? Ладно. Ну, что дальше, в принципе? На shift. О, я могу бегать на shift. Подожди. Shift. Shift, я бегаю. Shift, я бегаю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Может, кто-то за домиками. Нет, никого там нету. Ну чё, Сузи? Ну чё, Сизи? А, ну я понял, надо, наверное, до конца идти. Ау! О, вот я дошел до трона, и она как-то тпхнулась ко мне. Замок. Какого черта замок делают внутри подсобки? Добро пожаловать, герои. Кто здесь? Не волнуйтесь, я вам не враг. Прошу, подойдите вы оба. Добро пожаловать, я принц этого королевства. Королевство тьмы. Крис, Сьюзи, в этих землях существует легенда. Легенда, что однажды прибудет два героя света и... И может это легенда про Андертейла, не Дельтаруна? Совершат древнее пророчество, предсказанное временем и пространством. Ну офигеть, это просто новый Человек-паук через вселенную. Я не знаю. Пожалуйста, герои, выслушайте мою историю. Кстати, кто ходил в кино, ставьте лайк, я тоже ходил. Выслушать нет. А я не знаю, тратить ли мне на эту хрень время. Я думаю, что надо что-то выслушать, поэтому давайте. Хорошо. Или это все просто пропустится? Давным-давно среди теней была нашептана легенда. Это была легенда надежды, это была легенда мечтаний, это была легенда света, это была легенда тьмы, это легенда Дельта Руны.
где тут будут руни, да, тысячи, свет и тьма жили в разногласиях, несколько спокойствий в мире. Но если эта гармония разрушится, ужасно быстро и миновать. Это руины, что ли? Небеса станут черными от ужаса. Тут даже Дельтарун тоже. А земля расколется от страха. Затем под стук собственного сердца земля испустит свой последний вздох. Лишь тогда синяя надеждой, сияя надеждой, наверное, три героя появятся на краю мира. Человек, монстр и принц из тьмы. Лишь они смогут и изгнать ангельские небеса. Лишь после этого баланс будет восстановлен, и мир будет спасен от уничтожения. Сегодня источник тьмы — гейзер, что придает форму этой земле, возвышается в центре королевства. Но совсем недавно на горизонте появился другой источник. А вместе с тем баланс света и тьмы начал сдвигаться. Крис, Юзи, спасибо, что выслушали мою длиннющую прям. Я думал, чувак, то, что она будет длиннее, честное слово. Но еще все так картинками мерцало прикольно, все было красиво, и поэтому я даже видео на паузу не ставил. Я искренне верю, что вы двое те самые герои из легенды. И какой бы враг ни встал у вас на пути, у вас хватит смелости, чтобы спасти мир. Войны Дельты, прошу, вы же примете свое предназначение. Не. What? Я какая там героиня? Я просто брутальная сучка. Ты, наверное, меня с кем-то путаешь. Ну, Сьюзи, без тебя этот мир будет... Ну и что, даже если мир исчезнет? Это не мое собачье дело. К тому же, это может быть даже весело. What? Ну, конечно, я не знаю. Давайте дальше. Ладно, Крис. Если тебе хочется поиграть в героев с этим чудилой... Не-не-не-не, мы хотим вернуться домой, мы не будем ни в каких героев играть. Конечно, придется поиграть в этих героев. Так уж судьба сложится, да, я это знаю. Но я не спойлерил, ребята. В этой игре я не спойлерил, обещаю. Оставайся, а я пойду найду дорогу отсюда. Сьюзи, стой! А вот и он! Хо-хо-хо! Герои уже убегают! И они даже не знали, что я был здесь. Мой папа сделает меня сыном месяца! А ты еще кто? Я! Плохиш! Серьезно? Просто Плохиш? Тебя просто зовут Плохиш? Или это он сказал то, что он плохой? Вы, клоуны, хотите запечатать наш темный источник, да? Ау. И все еще представляю вас, ребята, как клоунов. Спасти мир от вечной тьмы, да? Пфф.
Не пытайтесь от этого отрицать. Точнее, этого отрицать. Все мы знаем, что вы не правитесь на восток. Направитесь на восток. И что? Это ваш единственный путь домой. Спасибо, чувак. Но я Лансер. Во, Лансер. Имя у него. Никуда вас не пущу. И в этом мне поможет мой безупречный двухэтапный план. Шаг первый. Я вас отмутузю. Шаг второй. Вы проиграете. Хм, ничего так план, пацан. Правда? Да, конечно. Не против, если мы его позаимствуем. Ой, подождите, а как? Ну, давайте атака. Окей, атака, я атаковал. Стоять, клоуны, это байк за... Ох, ёп, макарёк. Не знаю, откуда у меня топор, но это типа круто. Давайте действие. Давайте предупредим. Вы говорите Лансеру, что он... Я умею разве говорить... Остерегался атак с Юзи. Он готовится. Сейчас появится сердце. Люблю, когда меня мутузят. Юшу. Блинский! Юктыш! Юктыш-муртыш! Блин! Атака. Лансер. Мимо, мимо. Ну так. Ау. Лансер в случайном порядке переключает скорости, чтобы казаться профи. Хо-хо-хо, я плохиш. Ау-ау-ау. Стойте, погодите секунду. У моего байка кончается топливо. Ладно, стопляки. В этот раз удача на вашей стороне, но в следующий проигравшими станете вы. Ха-ха-ха, пока, неудачники. Мне нужно успеть домой до ужина. Вы победители, получено 0 оп из... 37 Т-долларов. Или это не ноль, но тут какая-то палка. С вами все в порядке? Да, мне кажется, я в этой битве что-то сильно фейлил. Там, помните, вот было видно, и так было, типа, мимо. С вами все в порядке? Да, норм. Позвольте мне представиться должным образом. Я... Господи, ты можешь уже снять этот капюшон? Тебя из-под него еле слышно. Ладно. Это же этот чувачок! Приветствую вас, меня зовут Ральзей. Приветствую вас, меня зовут Ральзей, такой прикольный голос, ладно. Крис, Юзи, так замечательно встретить вас. Уверен, мы станем отличными друзьями и... Значит, выход находится на востоке, верно? Да, туда мы и... Ясно. Увидимся в школе, Крис. Эй, а я почему не могу?
Что ж, полагаю, остались лишь мы с тобой. Сорян, ребята, прерывается. Просто проблемы с памятью, хотел сказать, но оно опять прервалось. Ладно. Крис, я принц, но... У меня в данный момент совсем нет подданных. Я ждал здесь в одиночестве. Всю свою жизнь, когда вы ждал в одиночестве, всю свою жизнь, когда вы двое появитесь. Так что я очень рад встретить вас. Надеюсь, что мы станем хорошими друзьями. Крис. Давай попробуем найти Сьюзи. Она должна быть на юго-востоке. Веди нас, Крис. Юго-востоке? Ну ладно, давайте тогда уж сохранимся. Ральзи одинокий приз теперь ваш союзник. Сила пушистых парней сияет внутри вас. В смысле? Ладно, давайте замковый город сохранить. Файл сохранен. Ну ладно, ребята, на этом все, дорогие друзья, с вами был Меха. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что нормально. Видео не хочу делать долгим. Всем пока-пока и удачи, всем спасибо. Подписывайтесь на ВК, там я называюсь Меха, просто Меха и Пушок. Всем пока-пока.